Ну что ж, в этом модуле объясняется, как применять технические средства. Попробую аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Аппараты. Торжество формы, блядь. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его. В нашем деле главное — не оставлять никаких улик. Особенно человеческих. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь.
Так, теперь попробую устранить его за одно движение. Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени? Удачи! They can detect me. Погнали. Взрывай гранату. Видишь? Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в Мелитехе. Отлично. Алгоритм Мелитеха дал тебе высокие баллы. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. Только учти, на улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. What? Ты приглашение ждешь? Так, сначала немного поработаем над твоей скрытностью. All right.
hope it's not straight at the beginning. Nah. Ой, так, сначала немного поработаем над твоей скрытностью. No. We want to go a little back. That's it. Have to do the other mission first. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. Только учти, на улицах никто не будет тебе подсказывать и прощать ошибки. Мы начинаем. Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Знала, что у тебя проблем не будет. Может, тогда немного поднимем планку? Что ж, неплохо. Но учти, в реальном мире у мишени будут пушки. Что ты стоишь? Беги в укрытие! Тебя подбили. Если хочешь выжить, доставай реаниматор. Если готов, иди в тренировочную зону. О, смотри. Он решил захватить с собой друзей. Ты знаешь, что делать. Очень хорошо, Ви. Встань на платформу и пойдем дальше. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. Попробуй аккуратно хакнуть экран, чтобы отвлечь охранника. Грёбаные корпораты. Торжество формы, блять. Хорошо, теперь устрани его по-тихому. Ну все, он твой. Устраняй его. В нашем деле главное не оставлять никаких улик. Особенно человеческих. Подними этого чувака и спрячь куда-нибудь. Thank you.
Так, теперь попробую устранить его за одно движение. Ну что, попробуешь взломать кого-нибудь в реальном времени? Удачи. Погнали. Взрывай гранату. Видишь? Надо было просто отключить мозг и выполнить приказ. Прямо как в Мелитехе. Есть еще модули, чтобы потренировать другие навыки. Или можно закруглиться, если хочешь. So the only thing left is this. Так, сначала немного поработаем над твоей скрытностью. Which... That's me, the red dot. So... really help that. Okay. 30 teeth. Oh my gosh. Have to be very careful. Okay, crouch, crouch, crouch. Don't have any. Укрытие, быстро! Спокойно, попробую еще раз. Need to take the gun out. Gun part. Oh no.